В одном из наших разведывательных рейдов мы в нашу засаду попала машина. Бывшая милицейская с надписью полиции. Кто заубил рожо? Она была задержана, сотрудники полиции, ДНР уже были задержаны. Я им задал вопрос, ребята, вот вы работаете в милиции, да? Да. А вы вообще соображаете, что вы делаете? А что мы делаем? Ну, вы понимаете, что в Украине не существует такой структуры, как полиция. То есть, идя на работу в ДНР, идя на работу в полицию, вы автоматически становитесь предателями, участниками реформного вооруженного образования. А мы даже над этим не думаем. А вы подумайте, вашим коллегам позвоните, скажите, пускай подумают. Они были доставлены к Петербургу, сказаны сотрудникам СБУ. Автомобиль сейчас там же в Днепропетровске. Да, автомобиль в Днепропетровске. Ну, автомобиль вообще-то принадлежит украинской милиции. Там было видно, где содраны наклейки. Было видно все. Там набили полосу полиция, набили ДНРовские флаги. Они вдруг резко стали полицейскими. В Украине нет полиции. В Украине есть только милиция.